«Художник. Жизнь в музее». Выставка под таким названием открылась в Тверской областной картинной галерее. В экспозиции, посвященной 85-летию официального образования пинакотеки, представлены картины разных мастеров и разных эпох. 1 января 1937 года в культурной жизни Верхневолжья произошло важное событие. В Калинине была организована картинная галерея, именно как самостоятельное учреждение. Таким образом, в нынешнем году собрание отмечает небольшой юбилей, к которому и приурочили выставку «Художник. Жизнь в музее». У нас 85 лет создания картинной галереи, собирали обширную коллекцию по разным направлениям. И сегодня мы имеем возможность увидеть довольно редкие вещи, некоторые из которых экспонируются впервые. По-своему важно для понимания темы выставки проникновение в святая святых художника, в его мастерскую. Живописец в ходе создания картины, его посетители и их реакции на увиденное, атрибуты труда, сама мастерская как действующее лицо художественного процесса. Этот момент здесь трактуют, в частности, работы Маковского, Серова, Цикулина и других мастеров. Раскрытие темы в экспозиции поддерживает инсталляция, созданная из предметов мемориального фонда картины галереи. Мы хотели показать, во-первых, все жанры. Мы хотели показать преемственность художественного процесса. Здесь первые работы датируются 18 веком. И как развивается творчество того или иного мастера на протяжении времени. Не прошли организаторы выставки и мимо такого культового места, как Дом творчества «Академическая дача» имени Репина, основанный в 1884 году и ставший центром притяжения для художников из разных уголков России. Поэтому в экспозиции можно увидеть пейзажи и жанровые композиции, созданные и в этих местах.